минуты отчаяния. Люди от боли без Бога сходят с ума. Ну кто-то скажет равнодушно, такова судьба. Кто-то играет в игру, забывает о правилах, но поздно понимает, Дуна его оставила, кто-то правила игры подстраивает под себя, да, чтобы победителем быть всегда. Ну, в игры играют дяди с большими пушками, связываться с ними это не игрушки. На мушке окажемся, ты в один миг чуть-чуть плав выстрел, останется ли стрик. Играю в шашки, в шахматы, в домино, но я играю в игру, она моя. Дайте шума для ЦСКА Москва! Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, не таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни, цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, не таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни, цель одна. За нас не примут, для нас огонь и зола. К смерти трудно привыкнуть. Мама! Наша кровь краснее крови, краснее, чем малый закат. Именно я, никто кроме меня, ведь мама! Плачет ей больно, слабый не против низа, сильный умирает достойно, сказав: мама! Сырая земля меня примет, уснет солдат навсегда, и мой последний крик долетит к ней: мама, мы ЦСКА! Спасибо большое, друзья! А теперь хочу попросить всех людей, кто находится на стадионе, зажечь свои фонарики на телефонах и подарим нашему любимому клубу незабываемое воспоминание в виде звездного неба. Ну что, Баста здесь устроил самое настоящее шоу-концерт, можно сказать, и он, кстати, продолжается. Собственно, хотели полную версию увидеть, надо было приходить на стадион. Давайте так, немножко о формате кубка. Да, потому что важный разговор о турнире, который стал, на мой взгляд, одним из открытий этого сезона. Да? Я имею в виду участие и медиа-команд, групповая стадия, вот это двойной вылет, да, double elimination. Как вы к этому относитесь, как вам кажется, стоит ли в таком же формате проводить следующий турнир? Я думаю, да, формат удачный, и не надо забывать, что все-таки... Мы играем очень мало игр. Мы видим, допустим, европейские команды сезон проводят под 60 матчей. Да, у нас все-таки недостаточно в отсутствии Еврокубка. Поэтому, я думаю, надо продолжать. И очень важно, что для многих команд в финансовом плане это тоже немаловажно. За победу платятся хорошие деньги. Круговорот людей, ой, мама, нас не
наш берег, мы живем на слово. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Дайте шубы, отбейте! Это небо, место сцены, здесь идет ногами. Эти звезды в темноте, тупой зажженный фонарик. Спасибо каждой звезде. Снова привезли нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Поехали все вместе! Everything, who got a lot today?